И вновь в Озерске под эгидой «Росатома» проходит очередной этап программы «Чистая энергия». В этом проекте принимает участие 10 городов атомной отрасли. Цель проекта – сдружить детей и молодежь, которые живет в закрытых городах. Мы сейчас уже перешли к такой стадии солидной, полномасштабной, вот эта уличная роспись. И сейчас она начнет проходить во всех городах, и вот таким образом наша идея осуществится. Мы объединим с помощью творчества всех детей городов закрытых и городов атомной отрасли. В каждом из 10 атомных городов, в том числе и Озерске, будут расписаны стены. И каждая буква в словосочетании «Сторона Росатом» представляет отдельную композицию. Эскизы юные художники сделали заранее. Этот необычный проект ребята обсуждают со своими сверстниками из других городов на портале ВКонтакте. А там же идет голосование за лучшую настенную роспись. Это проект, посвященный закрытым городам, которые изучают атомы в мирных целях. 11, 12.